Юра, привет. Почему ты возле прокуратуры? Доброго времени суток, дамы и господа. 26 сентября было произведено незаконное задержание меня. Мне не объяснили ни причину задержания, не представились. Это все хорошо отображено на видеоматериале. Сегодня я подавал жалобу в прокуратуру. Значит, смысл в чем? Сегодня мне пришлось обегать 4 этажа в здании на Некрасова 80, именно в прокуратуре, чтобы у меня приняли заявление с материалами видеофиксации. Мне отказывали по причине там коронавируса, баранавируса, кому как удобно, я в него не верю, но тем не менее приходится так или иначе соблюдать какие-то определенные промежутки. И дозвонившись только вот в это главное управление, вышел человек, который принял у меня заявление и оставил резолюцию, что он его принял. Сколько времени это заняло? Порядка 2 часов. Нет, когда он вышел и поставил, и расписался? Вышел буквально там в течение минуты. То есть он расписался, все, вопросов нет. Но около 2 часов мы провели в здании прокуратуры. Закрыты двери, закрыто все. Ребят, прокуратура, вы надзорный орган. Вы кого боитесь? Почему?